Добрый день, меня зовут Джин Мар, я актриса театра и кино в Лондоне. На данный момент я нахожусь в городе Ганновере, Германия, и также являюсь членом жюри фестиваля Golden Time. Хочу, во-первых, поблагодарить за возможность участвовать как жюри в этом фестивале, поскольку мне довелось в этом 16-м сезоне посмотреть на очень много талантов, и это было весьма интересно. И я хотела поделиться своими впечатлениями о некоторых конкурсантах. Больше всего мне запомнились две девочки, обе играли на пианино. Дарья Артемова, давайте послушаем кусочек маленький. Очень мне запомнилась Артемова Дарья, потому что ни одной ошибки не было допущено во время игры на пианино. Очень все звучит плавно и красиво. А вторая кандидатка, которую мне запомнилась, мой фаворит, второй фаворит, это девочка с именем Мария Каменева. Она отослала два видео с двумя разными выступлениями. Давайте послушаем кусочек из одного. Мария Каменева мне запомнилась тем, что у нее очень хорошая пластика рук. Она играет на рояле в выступальном зале. Очень пластично, очень быстро, без ошибок, но все выглядит очень легко. И этим самым она мне очень сильно запомнилась, поскольку, несмотря на скорость произведений, обоих произведений, она, тем не менее, выглядит расслабленно и ей видно, что дается очень легко. Вот, в общем, всем привет из Ганновера и спасибо большое конкурсантам за то, что приняли участие в этом конкурсе. Спасибо большое Golden Times Festival за то, что пригласили меня быть членом жюри. Было очень интересно послушать все произведения всех участников. Спасибо большое и до скорых встреч!